гуляет? Где мама? Дома. Где папа? Я здесь. Где папа? Папа тоже гуляет с Настей. Да. Да, естественно, логично. Я ее тоже ориентировал на 7, но это бесполезно. Ты же Оксану ориентировал на 7 или на 8? Перезвони, скажи, что все переиграли, едем в 7. Она мне не поверит просто. Она мне просто не поверит, да. Она-то и тебе теперь с трудом поверит, так что подумай. Как это сказать так, чтобы это не выглядело, как будто вот ты ее подгоняешь.